Ребята, всем привет! Вот я дома в городе Кустанай. Сегодня праздник, городу исполнилось 145 лет. С праздником и процветанием. Сейчас пойдем посмотрим, что происходит в центре. Иду по проспекту Абая до центра. Потом пойдем в парк. Тут ведется стройка. А вот что будет? Магазин под многоквартирный жилой дом с коммерческим помещением. Вот так это будет выглядеть здесь. С днем рождения, мой город, Костанай, 145 лет. Март. Празднование города проходит 6 дней, но сегодня самое основное. Я был в гостях в Кыргызстане. Вот, сегодня самое такое основное. Так что посмотрим. Фотозону какую сделали. Мороженое продают. Вот мороженое. Можно взять просто новый день. А еще есть гормолзавод. Это как Шетао. А вот и танцы. Здорово, да? И запах такой от цветов идет. Фонтан. Облачно сегодня. Пойдемте дальше посмотрим. Кстати, можно зайти в музей имени Алтынсарина. Вход тут бесплатный. Режим работы с 9 до 5. Суббота, воскресенье с 10 до 5. Я был тут в музее. Улицу тут перекрыли. И начинается такая вот как зона фудкорта. Где можно сесть и поесть. Давайте пройдем, посмотрим. Шашлычки тут, запах шашлыка. С картошкой сразу. Корочка. Разные соусы, лепешки. А вот тут и жарят их. Покупайте, не проходите мимо. Видите, ребят, надо покупать. Получается, сейчас греется ваша... Сколько много шашлыка. Шашлычок берем, сочный, восточный, не проходим мимо, выбираем. Подходи, выбирай, налетай. Видите, как приглашают. Плов. Узбекский плов, подходим. А сколько порций стоит? 2000 тенге. 2000 тенге. Угу. Верю. Узбекский плов. В Узбекистане ел плов, очень вкусный. В Ташкенте, в Самарканде, в Бухаре. Везде пробовал плов. Он везде по-разному готовится. Тут нут вижу, морковка. С собой здесь? С собой. Ой, сколько тут много. Свинина, корочка. Баранина, корочка. Такой, знаете, запах шашлыка тут прошелся и уже наелся. Вот тоже плов готовит. Нут. Ребята, меня все накормить тут хотят. Свининка, баранинка. Интересно, интересно, как в детстве. Я называю это запах детства. Кстати, сегодня будет целый день проходить празднование. Также концерт будет, салют сегодня будет в 11 часов. Там большой вход. Там видно прям большой вход. Короче, налево, налево. Красный, вкусный, сочный. Вкусный, сочный шашлычок. Вот видите, тут улицу перекрыли. Мощный, сочный. А корочка? Вот, смотри. Ну, мощный, большое, да. Большое, как вот этот баранин. Баранин. А там свинина есть. Все у вас есть. Да, тандыра. Сразу еще с картошкой уже идет, да? Это тандыры. Тандыры? Да, на тандыре они. Тандыр. Кровье со салатом. Угу. Как здорово, сразу. Из тандыра. Еще дальше можно пройти на другую сторону. Это праздник желудка целый. А я позавтракал. В общем, можно отведать тут плов и шашлыки. В принципе, мясо любое есть. Я баранину люблю.
Баранина 2500, свинина 2, корочка 1800. Здравствуйте. А это шашлыки обалденные. Маринад вообще супер. Посмотрите, какие шашлыки шикарные. Верю, красивые. Обалденные. Тут... Курочка, баранина, вот смотрите, на мангале какие. Тут такой запах, я говорю, прошелся, как будто уже шашлыков поел. Уже наелся, да. Может взять, попробовать. Красиво, красиво, не спорю. Рикардосный вообще, маринад вообще бесподобный. Дайте... Маринад, наверное, еще какой-то секретный, да? Да. Особенный. Особенный. Маринад здесь особенный. Выбирайте. Ладно, я пойду. Всего доброго. Давайте. Я знаю, когда это шашлыки маринуют, у всех свой особенный маринад, они даже его как бы и не рассказывают, да? Здравствуйте. Я блогер, я вас знаю. Вот краеведческий музей тут находится, самсы есть, соки различные, чаи. Вот так много вообще. Шашлыки сочные. Вон чай. Какой самый вкусный чай? В самоваре самый вкусный чай. Конина копченая. Мясо закоптили. Там вон и манты. Ой, ребята. Тут манты, наверное, да? Спасибо. Чтобы аппетит появился у людей, да, у зрителей. Смотрите, вообще тут питок. Да, еще и на косточках. Нет, можем без косточек. Не, а на косточках вкусно же. А, вот она там еще и пожирнее. Пойдемте. Ну вот сцена спереди. Там музыка играет. 145 лет. Костанай Куттыболсон. А тут сладкая вата, 500 тенге, сосиски, вот яблоко сладкое, тоже как в детстве, да? Интересно, попкорн, чай горячий, здесь вон игрушки разные, мыльные пузыри, а это от ветра крутятся игрушки, вата сладкая, тоже как не без нее, да, без ваты, хот-доги, раньше я хот-доги еще любил. Тоже улица перекрыта. Тоже шашлыки есть и пицца вон. Сладкая вата 500 тенге стоит. Попкорн. Попкорн, сладкую вату я сыто в детстве, конечно же, любил. А тут картинная галерея, кстати, тоже очень классная. Вход бесплатный. Можешь зайти посмотреть. Различные выставки проходят в картинной галерее. Картошка фри, наггетсы продают. А это вот супермаркет посылок. А тут мы посылки получаем. Запах такой, я слышу, кукурузы и сладкой ваты. Вот попкорн есть по 500, сладкая вата 500 и кукуруза 600 тенге. А это вот картинная галерея вход. Сейчас начинается парк. Пойдем посмотрим, что там происходит. Игрушки. Тут книги продают, тут все детская страна чудес. А вот, собственно, и вход в парк. Очень много цветов, красиво. Сейчас посмотрим все это. Бралтон Сарин, тут памятник. И библиотека. Смотрите, какие цветы. Красиво. Такой велосипед. Там корзинки. О. Наверное, недавно поставили, я их не помню. Не видел. И вот еще один такой же велосипед с цветами. Ух ты, класс. Кстати, смотрите, брусчатку у нас тоже заменили. Новая вся брусчаточка. Фонтан спереди, музыкальный университет. Музыка Dolby там, слышно, громко играет. Смотрите, сколько цветов, очень много. Какая красота. Гулять так приятно. Когда все в цветах. Когда все в деревьях, березках. Аттракционы работают. Колесо обозрения. Кстати, можно прокатиться, посмотреть город с высоты. Давайте посмотрим, прокатимся. На каких велосипедах тут можно покататься. В компании сразу сесть, поехать. Вот еще тоже. Там и крыша есть, тенек. Так, тут у нас аттракционы все находятся.
А это фонтан, он музыкальный фонтан. Вечером под музыку, очень красиво. Я тоже снимал в шортс, делал. А это аттракцион сюрприз. Я на таком аттракционе наподобие катался в Турции. И там вообще это не пристегивают. Ну, то есть от силы, то, что быстро крутится. Потом еще под ногами ушло дно, и тебя просто от силы притягивает, да, к стенке. Тут по выходным проходят танцы, можно прийти потанцевать. А вот она касса, кинотеатр Казахстан. Сейчас возьму билет, посмотрим город с высоты. Цены на аттракционы. Не вижу, где тут колесо обозрения. Автодром есть, 750 тенге. Вихрь, солнышко. Взял я билет, вот так он выглядит. Билет на аттракцион, 600 тенге. Это написано гусеница, колесо обозрения и тарзанка. Это, наверное, одна цена. 600 тенге. Так, все, заходим. Сейчас посмотрим. Город Костанай. Все, дверь закрыли. Так, идем на подъем. Я, конечно, на колесе обозрения не раз уже катался, но и тоже давненько катался. Сейчас посмотрим. Вот это кинотеатр Казахстан. Тут, смотрю, батуты. Я их тоже не помню. Время идет, город, конечно, тоже развивается очень быстро, это приятно. Особенно, когда я путешествую, долго дома не бываю, приезжаю, там дома построили, там новые дома, и хожу, все рассматриваю. Это очень интересно. Тоже у нас, видите, тут сколько много деревьев. Все в зелени. Казахско-французский центр видно. Вот синей крышей. Там, кстати, есть музей игрушек. Тоже бесплатно можно зайти и посмотреть. Так, ну все, вот я и на пике уже. Такой вот открывается вид на аттракционы, на город. Здорово. И тут еще такой вид. Вот тут тоже все в деревьях, в цветах клумбы. Брусчаточка новая. Такой вот вид. А вот тут вот такие вот горки, как американские, гусеница. В Бишкеке тоже есть гусеница, и там, когда они едут, да, на самой гусенице, и там такое яблоко и прогрызано. Вот, ну, гусеница проела. Такая декорация. О, здорово. Сейчас еще тут погуляем по парку, потом пойдем к сцене. Музыка играет очень громко. Все, разворот и спуск резкий вниз. А я тем временем уже все доехал. Какой тут запах попкорна потрясающий стоит в парке. Хочу руку пожать хорошему блогеру. Спасибо, спасибо. С этой горы смотрю постоянно. О, с этой горы? Да, я у вас да, на велосипеде приезжал. Первый как бы, да, приезд был. Да, да. На велосипеде, да? Да, да. А, ничего себе, здорово. Это давно вы смотрите? Давно я смотрю, с тех каналов. Да, спасибо вам большое. С праздником. Да, спасибо. Сейчас в гостях был в Кыргызстане. Тоже взаимно с праздником. Всего хорошего. Спасибо, спасибо. Вам всего доброго. Приятно, конечно. Давайте сфотографируемся. Спасибо большое, очень приятно. Житикаре большой привет. Сейчас давайте еще на гусенице прокатимся. Смотрите, прокатился, уже очередь какая. Сейчас отстоим. Тут тоже детские такие вот аттракционы поставили. Кенгуру. Ребят, деньги во всех странах показываю, а в Казахстане у нас не показываю. Смотрите, 200 тенге. Такие вот в биметалле в цвете идут. 100 тенге и по 50. Так они выглядят. 200 тенге – самый большой номинал у нас в монете. Раньше бумажные были, потом заменили. Ребят, взял еще один билет за 600 тенге. Идем, в общем, мы на гусеницу. Прокатимся. Тут паровозик, тоже и тир есть. Смотрите, можно пострелять. А тут из лука, я так понимаю. Ну, такой вот здесь тир. Так, пойдемте. Вы Роман Гайлов, да? Я нас подписываю. Приветствую. Спасибо. Спасибо. С праздником. Спасибо. Ребята, спросил, где сильнее трясет, спереди или сзади. Мне сказали сзади. Поэтому я сел там сзади. Так, ну все, погнали. Дождь капает.
Пойдем? Я говорю, детство надо вспомнить. Сейчас поворот. О! Еще отдельно снял шорты, сделал короткие видео на телефон. Так. И резко тормозит. Как ощущение? А вы тоже жетикары? Мы жетикары, да. Ага. Как впечатление? Вообще прям замечательно. За 34 года первый раз. Подписывайтесь на Романа Гайдука. Раз приезжал, боялся. Спасибо. Ну, подписывайтесь, здорово, на канал. Тоже мы являемся подписчиками Романа. Пишите комментарии. Очень, да, хороший, как бы. Мы его обозреватель. Спасибо. Смотрим. А можешь сказать? Приятно, да, конечно. Я один раз катался. Мне что 33 года, ну в детстве всегда можно окунуться. Америки парень. Дождик пошел. И вот тут тучи, но тучи, я смотрю, небольшие. Тут одна вот тучка, наверное, такая, она сейчас пройдет и все. Классно. Покатался. Смотрите, тут вот как брусчатку сделали, она вся такая вот новенькая, красивая. Тут гуляешь, как это, в лесу прям. Тоже это самый центр города. Вот, можно погулять вечером тут. Тоже прогуляться хорошо, приятно. Вот тоже цветы, видите, как в горшках сделали. Красиво. Пофотографироваться можно. Вот на паровозике катают. Фонтан. Так, здесь я не знаю, что ограждено. Салют тут будет, видите? Тут вечером салют будет в 11 часов вечера. Вот эта площадь. Откуда будет запускать, так понимаю, да? Так, идем сейчас к сцене, посмотрим. Смотрите, ребят, как красиво прям. Брусчаточка, все, вот эти вот цветы. Люблю, когда и лавочки тоже вон, под деревьями можно сесть. В принципе, и спрятаться от дождя, да, дождь переждать. Сел туда под деревья. Вот еще один классный фонтан. Есть беседка. Если вообще дождь пойдет, можно спрятаться от дождя. Вот такой вот фонтан. Любят дети играть, бегать. Красиво. Покрытие тоже тут такое вот прорезиненное, мягкое. Вот бегемот с зонтиком. Ну, кажется, уже дождь закончился. О. От солнца спрятался, чтобы не загорать. А тут перед сценой голуби. С ними можно сделать фотографию. Есть, прикармливают прям. Они людей не боятся, да? Можно сделать фотографию прям с голубями. Все, уже и солнце вышло. Смотрите, какая сцена большая. А вот и юрта, можно зайти посмотреть. Так, вот, собственно, и в юрту зашел, можно посмотреть. Картины художников. Город Кустанай нарисовали. Красивые. Смотрите, как раньше на лошадях ездили. А еще и подписано, тоже можно почитать. Зимний лес. Природа. Очень красиво. Последний снег. Сундук. Зима. Зимний пейзаж. Холст. Масло. 19-й год. Зимний вечер в лесу. 2004 год. Масло. Красиво. А это церковь православная. Вот тоже можно тут посмотреть картины. Ветерок что-то поднялся. Видите,
картины идут. Даже можешь зайти, посмотреть. Здорово. Прям очень рад все это увидеть. Это вот водонапорная башня. Это находится на ЖД вокзале. Какие картины потрясающие. Бабушка идет с палочкой. Базарная площадь, Старый Костанай, 1999 год. Холст масла. Вот так вот. Здорово. А это ветряки. Тоже Старый Костанай. И в каком году нарисовано? В 2004 году. Большая улица. Старый железнодорожный вокзал. Смотрите, тут такси. Волга, да? А это библиотека имени Алтынсарина. Я раньше учился во второй школе и ходили в библиотеку. Там много чего было полезного. Это мечеть. Тут она недалеко находится. А это мост. Это большой мост. Когда затопил, и вот видео снимал, все время через мост ходил, все в воде было. Смотрите, а это маленький мостик. Там человек приехал рыбачить на велосипеде. Ребят, кому интересно, сегодня на канале будет проходить прямой эфир. Посидим, давно не было прямых эфиров. Посидим, чаек попьем, заварим по старым традициям, так скажем. Как раз выходные, на выходных вот я могу запускать прямой эфир, вот тоже фонтан. Смотрите, тут рябина даже растет у нас. О, такие грозди. Трава зеленая. Солнце, я всякая нотка мино. Остались точки любви. Можно повыше сделать еще? С камеры. Все? Все, спасибо, Ром. Как меня узнали? Похудел, узнали? Похудел, капец, но узнали, да, все равно. Потому что это, смотрим твои блоги. А с Ташкента что, приехал? Да. Ну, последний раз я в Кыргызстан ездил. А, в Кыргызстан. В гости. Все, вдохи был, да, последний раз? Да. Все, смотрите, давай, удачи, всего тебе. Доброго. До свидания. То, что я похудел, люди все равно узнают, видать, ну, видео смотрят, да, и узнают. Сперва меня не узнавали. Спрашивали, говорит, что-то похоже, говорит, на Романа Гайдука. Я помню, когда пришел в картинную галерею, там мужчина до сих пор не верил. Просил меня, говорит, покажи свои документы. Я говорю, у меня сейчас с собой нету. Я зашел в свои социальные сети, я говорю, вот я же от себя, говорю, вот я зашел. Показываю. Так, кафе. Звук мощный, долбит прям. Готовятся к вечеру. Можно еще пройти по Байтурсынова. Ну вот еще один фонтан. Видите, сколько в городе фонтанов? Там много. Фонтаны я люблю. Они еще от жары помогают. Когда сильно жарко, все равно у фонтана не так будет жарко из-за воды. Лаврентий Таран. Тоже все в цветах. Тут находятся различные гостиницы, тоже есть фонтан. Вот фонтан, еще видео заснимем. Красивый тут такой тут сквер. Очень много лавочек, деревьев, тоже голуби. Памятник Пушкину. И тут идут различные гостиницы, Целинная, потом Медео. Тут гостиница Турист. И сразу центр вот. Отсюда даже музыку слышно. Поливают. На машине подъехали. Смотрите, какая еще тут декорация. Цветов, конечно, в городе много. Это радует. Бывший народный дом 19 века. Такой кирпич красный. А, тут стена расстрела.
ярмарка сейчас проходит, можешь зайти посмотреть, хендмейд, ручная работа. Тут людей, конечно, поболее будет. Так, все, пойдем, еще посмотрим. Смотрите, ребята, как готовят тут ананасы, запеченные стейки какие. А здесь будет? Тут же и режут, сразу и готовят. А, тут мечом надо ударить, чтобы между бутылок прошел. Мужчина, в GoPro, пойдемте поудить! Мужчина, пойдемте, пойдемте! Сидите, один раз. Конкурс «Точный пас». Надо провести, не задевая бутылок, между ними. А куда мяч ставить? Вот. Пацаны, сейчас. Вот черная точка, вот это. Да, отсюда, да. Все, назад. И надо между бутылок, что прошел? Не спешите. GoPro, я в YouTube. Опа! Почти. А что за приз? Футбольный мяч. Футбольный мяч? Так, магазин Sport Trend разыгрывает. Понял. Да, давай. Все, последний бьет на этом. Не повезло мне. Давай, делай. Не фартануло. Я просто подошел. А так можно мяч было выиграть. А я думаю, что там гудят, кого зовут, думаю. Ну, я тоже подумал. Кто позвал это? Давайте место освободим. Удачи. Гайдук Роман. Да. Давайте поддержим участников, друзья! Близко было. Это сюрприз! Вот еще ребята на канал подписались. Привет передавайте зрителям. Всем привет. А кто-нибудь выиграл мячом? Я кепку выиграл. Кепку? Можно показать? Такую вот кепку. Это что, ты мимо бутылок, да, ударил? Нет, ну, между. Это я трюк показал. А, трюк? Молодец. Больше делает, пока. По одному кругу ходим. Давайте. Извините, можно спасибо, на память? Спасибо. Давай. Раз, два. Два с половиной. Ниточка рвется. Иголочка ломается. Три. Давай. Это тигры. Давай, тигр. Тяни. Давай, тигры, вперед. Раз, давай. Давай. Все, выиграли. Тигры взяли. Тигры чемпионы, не зря они тиграми называют. Да. Тигры, держитесь отдельно, вместе держитесь. Ну все, ребят, на этом видео подходит к концу. Давайте, всем добра, всем пока. Скоро увидимся.